Стихи Вознесенского, музыку написал Давид Тухманов. Кафе называлось, как странная птица, фламенго. Оно не хвалилось огнями, оно не шумело. Курило кафе и холодную воду глотало. Была в нем гитара. Взъерошенный парень сидел на малюсенькой сцене. Он был не причесан, как лес, не уютен, как цепи. Но в звоне гитары серебряно слышались трубы. С таким торжеством он швырял свои пальцы на струны. Глаза закрывал и покачивался полузабыто. В гитаре была то ночная дорога, то битва, то чья-то веселость, а то колыбельная песня. Гитара металась, в ней слышалось то нетерпение, то шелест волны, то орлиный рассерженный клёкот, зубов холодок и дрожанье плечей оголённых, задумчивый свет и начало тяжелого ритма. Гитара смеялась со мной, гитара говорила. Четыре оркестра она бы смогла переспорить. Кафе называлось, как чья-то старинная повесть, фламенго. Все так же дымило кафе, и в пространстве витал, а парень окончил играть и погладил гитару. Уже незнакомый, уже от всего отрешенный. От столика к столику робкой походкой пошел. Он шел, как идут по стеклу, осторожно и смутно. И звякали деньги, а он улыбался чему-то. И всех обойдя, к закопченной стене притулился. Я помню все время того гитариста. Я чувствую собственной кожей, как медленно, медленно в прокуренном напрочь кафе под названием «Фламенго» на маленькой сцене я сам коченею от боли. Я помню все время того гитариста. Я чувствую собственной кожей, как медленно, медленно в прокуренном напрочь кафе под названием «Фламенго» на маленькой сцене я сам коченею от боли. Гитара смеялась со мной, гитара говорила. Четыре оркестра она бы смогла переспорить. Кафе называлось, как чья-то старинная повесть, «Фламенго».